Да, спокойной ночи всем, ребята, кто отправляется спать. Я понимаю, что выдержать это дерьмо нелегко. Поэтому приятных вам снов и всей такой херни. Да, вылетел соперник, придется загружать. Да нет, там на самом деле, судя по таверне, у оппонента все круто. И это интересно. Интересно играть в игру, когда у соперника все хорошо. Неинтересно, когда он там в говно сливается. Интересно, когда у тебя тоже как бы все прикольно, и у оппонента тоже все прикольно, и кто там кого переиграет. Вот эти все темы. Да ведь, Саша? Саша, ты здесь? Просто кто-кто, а у тебя обычно как бы есть там что-нибудь в закромах, что-нибудь, чтобы поддержать. Амилу, где свиньи, знаешь? А, кстати, есть такая тема, что я сейчас понятия не имею, какая у вас музыка играет, потому что у меня сломались уши, и как бы... Ну, на одних ушах нормальный, ну, то есть работает микрофон. Я не скажу, что он нормальный, но он работает на одной гарнитуре. А на второй, наоборот. То есть, понимаете, я могу либо слушать что-то, либо вещать.